А вот в Караганде сгорели дотла сразу 4 увеселительных заведения. 2 кафе, ночной клуб и кальянная. Все они находились рядом. Никто не пострадал, но площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. Огонь тушили около 40 человек. Взрыва газовых баллонов, которые находились в помещении, пожарные не допустили. В здании находились газовые баллоны, они вынесены. Будет работать испытательная пожарная лаборатория, будет устанавливаться причина пожара.